Всем привет! Недавно в Винлабе встретил новенький для себя бурбон Old Virginia, всего 1500 рублей по акции, а бурбоны, как вы знаете, пострадали от санкций больше всего. Тот же обычный белый Jim Beam, который в нормальные времена стоил там всю жизнь 1000-1200 рублей по акции за 0,7. Последние год-полтора стоят в районе 2-2500 рублей, а большая часть любимых многими бурбонов вообще пропала с полок магазинов, и их нет до сих пор. Это и Benchmark 8, который был, ну, образцом самого дешевого и при этом довольно качественного бурбона. Это и Four Roses, это и Buffalo Trace, и мой любимый Wild Turkey 101. Да и много чего еще. Поэтому именно бурбоны за последнее время стали, ну, довольно редким гостем на наших полках, и найти что-то действительно качественное и при этом относительно недорогое, ну, это задача практически невыполнимая. И поэтому каждый новенький бурбон на полках вызывает дикий интерес среди аудитории любителей виски. Поэтому, конечно же, я его купил на обзор, и в этом видео хочу проверить, может ли он занять место белого Jim Beam, как такого образца по соотношению цена-качество, откуда вообще появился этот бурбон, ну и стоит ли он вообще своих денег. Ну и пару слов про новинку Old Virginia. Это новинка в портфеле Ладоги, именно они возят его в Россию. И продается он в Винлабе, Глобусе, говорят еще в Отдохникул Клевер есть, ну и в магазине Ладоги Монополь Шоп. У этого бурбона есть несколько видов уже, есть медовый, ликерный, есть вот такой базовый стрейт бурбон с выдержкой 2 года в новых обожженных дубовых бочках. 2 года это, напомню, минимальный срок для того, чтобы можно было по закону называться бурбоном. И есть у них еще 6-летняя версия, и как ни странно, стоит она на сайте Ладоги даже чуть дешевле обычной, но, к сожалению, видел я его только именно там, в Винлабе, где я покупал обычный бурбон, стояла вот только такая бутылка. Производство у него Франция, компания La Martiniquais, ну а сами спирты делаются и выделяются. Держиваются именно в Америке, штат Кентукки, поэтому законодательно называть Old Virginia бурбоном можно. В интернете вычитал, что спирты изготавливаются на дистиллерии Heaven Hill. Это довольно популярный бренд в Америке, чуть ли не на уровне с Jim Beam. У них есть и одноименный бурбон, вот эта популярная бутылочка, и там же делается много других вполне популярных виски. Ну а там же в интернете вычитал, что спирты привозятся во Францию и там разливаются уже на французской воде. И возможно поэтому на том же Винлабе отзывы на этот виски неоднозначные. Кто-то говорит, что это вообще не бурбон и по вкусу не похоже. Хотя, чтобы вода, которой просто немножко разбавляют спирты, настолько влияла на вкус, ну, не знаю. Ну а кто-то наоборот хвалит и говорит, что за свои деньги это отличный бурбон. Ну еще раз резюмируем по ценам. Я его купил в Винлабе за 1500 по акции, в Глобусе он вообще продается за 1300. И напомню, у него минимальная выдержка это 2 года. Белый Jim Beam, с которым мы будем его сегодня сравнивать, выдерживается уже 4 года. И сейчас самая низкая цена на него, что я видел, была в КБ 1540 рублей по акции. В Перекрестке он, например, по-прежнему стоит дороже 2000, и акции на него я не видел. Ну и вот, есть ли смысл сэкономить пару сотен и взять Old Virginia вместо Jim Beam, и кто по отзывам на Винлабе вообще прав, то есть это качественный бурбон или действительно даже не стоит называть его бурбоном, давайте разбираться. Ну а для любителей конспирологии приложу фото чека, чтобы не было лишних вопросов. Итак, поехали. Вслепую не буду сравнивать, потому что Jim Beam я уже, ну, напробовался, мама не горюй, я его узнаю с закрытыми глазами. Одно время он мне казался просто отличным бурбоном, когда я, в общем-то, ничего кроме него и там Джек Дэниелс, может, и не пробовал. Потом как-то вот, ну, последние разы, когда я его осознанно пробовал, он мне показался, ну, каким-то разбавленным. Может, я уже как-то подпривык и попробовал более качественные, более крепкие бурбоны, как тот же Wild Turkey 101 с повышенной крепостью. А может быть и правда, там разливы какие-то другие начались, которые производят уже Beam Suntory с испанским разливом там и так далее. И вот потом вроде как были отзывы, что не особо стал Jim Beam. Возможно, с этим как-то совпало, но мне он показался водянистым. То есть первый бокал ты пьешь вроде бы нормально, потом уже ты пьешь его и чувствуется, ну, прям вот вообще как будто бы водичка, насыщенность никакая, и пьется, ну, никакой ни спиртуозности, ни танинности не ощущается. Сравним ароматику. Ну, ничего постороннего у Old Virginia я не чувствую. Вот такая карамельная деревяшка присутствует, то есть древесные тона бочки. Опять же, выдержка всего 2 года, это минимальная для бурбона выдержка, поэтому чего-то там супер заковыристого ожидать не приходится. Просто ваниль и деревяшка, но главное, что ничего постороннего нет. Да, бокалы не самые-самые вот дегустационные, тем не менее, я считаю, что дешевый бурбон, его, ну, как-то не камильфо пить из дегустационных тюльпанчиков этих микроскопических. Бурбон, это вот за рубежом даже я могу сказать,
сказать, что это прям вот выпивка, именно барная выпивка. Налейте мне бурбон на лед, да, то есть виски on rocks, виски на камнях это называется, виски на льду. Это вот именно такой барный вариант, прийти там бокальчик вот такой раздавить за вечер, а может и несколько. Слушайте, ну неплохо. Это однозначно бурбон, это не какая-то шляпа, как некоторые там пишут. Давайте, ладно, пока промолчу, попробую Джим Бим. Нет, поспиртуознее. Поспиртуознее это чувствуется. Стандартные вот эти, кто-то называет лакокрасочным мебельным покрытием, кому-то это кажется привкус клопов. В Old Virginia определенно все эти ноты присутствуют. Но Джим Бим белый, при всей своей дешевизне, он более мягкий, более обволакивающий. И как будто бы вот чуть-чуть более сладковатый, за счет этого маслянистость у него чуть повыше, чуть более округлая текстура. А так, в целом, вот вслепую, дай кому-то, кто не сильно разбирается в виски, ну нет здесь каких-то кардинальных отличий. То есть, если вы берете для виски Sour и Джим Бима у вас нет дешевле, чем 1700-1800 рублей, а вот это вы можете найти за 1500, берите, прям не задумывайтесь. Тут больше уходит именно в деревяшку, но все-таки выдержка 2 года. Вот это вот вкусоароматика паркета свежепочищенного, да, то есть древесина, плинтуса какие-то, лакокрасочное покрытие. Ну, ароматика у Old Virginia не самая яркая, тем не менее, все, за что мы любим именно бурбоны, вот эта кукурузная сладость, ваниль, деревяшка, клопы, лакокрасочное покрытие, все здесь есть. Просто в гораздо меньшем объеме, чем у Джим Бима. Какой-то химозной ноты жженого сахара, как в дешевом виски, или привкуса яркого клопов каких-то. Здесь вот потусторонних офф-нот каких-то нет вообще. То есть это бурбон просто самый-самый-самый базовый. При этом чуть более кусачий, чуть более осушающий рот. То есть спиртуозность здесь, ну, поярче. Однозначно тут нечего спорить. Ну и Джим Бим, да, он менее спиртуозный, у него более выразительная вот эта вот кукурузная сладость, поэтому сама фактура вкуса кажется чуть-чуть более маслянистой, более сладковатой, более округлой. Ну и в целом вот он уходит больше в ваниль и в кукурузу, здесь больше уходит в деревяшку, в плинтуса, в лакокрасочное и так далее. Ну и вот если резюмировать, что же лучше, я вот купил Old Virginia за 1500 и Джим Бим за 1540, за эти деньги я однозначно выбрал бы Джим Бим. И даже если брать тот минимальный ценник в глобусе, что я видел, 1300, я все равно готов доплатить эти 200 рублей за большую выдержку, ну и соответственно более мягкий и более насыщенный и округлый вкус. Но важно понимать, что это не делает Old Virginia плохим бурбоном, просто на мой взгляд Ладоги все-таки стоит немножко пересмотреть на него свою ценовую политику. И вот по ценам, если у вас Джим Бим белый не встречается дешевле, чем 1800 или 2000 рублей, а вот этот вы можете найти за 1300, например, то с такой разницей я бы уже взял Old Virginia, потому что он действительно неплох, а в коктейлях так и вообще разницы вы не заметите. Чтобы не пропустить следующие обзоры и сравнения, обязательно подписывайтесь и включайте колокольчик. Ну и до встречи в новых видео. Всем пока!